Санатории рады предложить для вас широкий спектр медицинских услуг с применением самого современного оборудования, а диагностические исследования выделяют страницу среди других. Татьяна Альфредовна, скажите, какие виды услуг и исследований вы здесь предлагаете? Ну, вообще, лабораторные услуги пользуются очень большим спросом в нашем санатории. Отдыхающие не только хотят здесь получить отдых, но также полностью исследовать свой организм. Помимо скрининга мы можем предложить биохимические анализы. Также большим спросом среди мужчин пользуется анализ на ПСА. То есть это один из методов исследования, который диагностирует рак предстательной железы. Вот, результат можем получить уже в течение 10 минут.